Мы пошли на ужин. Пока еще есть освещение небольшое. Сделаю видосик. Вот мы пошли в лобби. Это лобби-бар. Вот мы сели на динер. Это наш орл. Так, еще раз скажите, чего вы взяли? Чикен? Beef and chicken. Fish, beef and chicken. А вот это вот чего? Там морковка с капустой. А это, кстати, вот ваша вермишель маленькая, которая. Какая вермишель? Фунчоза? Да, типа фунчоза, похоже на нее. Еще маленькая какая-то. Ага. Посмотрим. Ну ладно, пойду я. Так. Кабачки, брокколи, батат, барабулька. Не видно брокколи. Так, это рис. Спайси, да? Рис острый. Трава. Рис острый, красного цвета. И биф. Этот биф острый. Карри. Карри, а, карри, да. Индийское карри биф. И он вкусный, в отличие от того, который сегодня был там, где все мясо. Так, я домучила барабулек. Ох, было это сложно, но мы их добили. Ну и все, наверное. На десерт арбуз. Сегодня 17 мая. Какая-то женщина сказала, что начался сезон. Арбуз дюжи вкусный. Сладкий, не травяной, не пересахаренный. Очень вкусный. Еще больше на три корочки. Я наелась арбуза, дыни, шоколадного фонтана, фруктов, впиток сливок. Хочу спать. Мужчина ел суп горячий, а теперь ест мороженое. Я иду в плюшечный зал. Здесь зал мясной, ну и всякий гарнирный. Плюшки. Вот я съедаю такое украшение дыни. Не знаю, подразумевается ли, что его надо съедать. Вот эти вот палочки очень прикольно обмакивать в шоколадный фонтан. Это финики. Это, видимо, тоже финики. И это дыня. Еще бывает физалис. И еще бывает клубника. Но сейчас почему-то уже нет. Уже поздно вечер. И здесь еще будет чувак, который режет арбуз. Режет арбуз. Все. А, там мороженое, точно, я показала мороженое. Подождите, мороженое сейчас покажу. Так, здесь мороженое. Мы идем на выход.